В воде, скорее всего, погибла и 16-летняя девочка, которая еще 16 июня пропала в Усть-Куте. Тело подростка нашли в 50 километрах от города в реке в районе села Подымахина на выходных. Видимых телесных повреждений на теле девочки не обнаружено, но точную причину смерти несовершеннолетней установит судебно-медицинская экспертиза. Известно, что Следственный комитет региона переквалифицировал уголовное дело по факту пропажи девочки со статьи об убийстве на доведение до самоубийства. Расследовать и выяснить предстоит и детали инцидента, который произошел в Жигаловском районе. Там на территории одного из вахтовых поселков произошла массовая драка. На кадрах видно, что в конфликте приняли участие несколько десятков человек. Все они рабочие местного предприятия. В результате ожесточенного конфликта травмы получили по меньшей мере 9 человек. Сейчас на месте работает полиция. Они устанавливают активных участников драки и пытаются узнать, что именно стало причиной стычки. По предварительной информации, инцидент произошел на бытовой почве. По неофициальным данным, работники поссорились в столовой из-за того, что кто-то попытался пройти без очереди, после чего и разгорелась драка.